прежде чем построить бизнес, очень важно выставить цель. И цель должна идти какая-то изнутри, да, то есть на уровне ценностей. Если хотите, на уровне смысла жизни или на уровне такой как бы глобальной идеи большой, да. Почему? Потому что когда цель ложная, когда она не твоя и не истинная, то получается бизнес такой, знаете, он даже может быть очень большим и успешным, но конечной цели ты не будешь достигать. Почему? Потому что как-то я разбирал бизнес, и там была девушка, и я когда спрашивал ее, какая прибыль у компании в течение года, она сидела такая, ну вот 10%. Я говорю, хорошо, сумму озвучьте, она 10%. Я говорю, послушайте, что-то я не понимаю, ну-ка давайте. И мы стали задавать вопросы по поводу того, что какая маржа, какой оборот, да. И то есть там несложными действиями это можно было вычислить, и она все равно не могла эту сумму проговорить. Я говорю, у вас же цель ложная. И она говорит, в смысле ложная цель? Я говорю, вы построили вот эту империю огромную только ради того, чтобы контролировать мужа. И она так, знаете, она вот села и так на меня смотрит, в смысле? Я говорю, все, что ты делаешь, это только ради того, чтобы проконтролировать мужчину своего. И правда, потому что она когда рассказывала про бизнес, она, я контролирую то, я контролирую это. То есть она завязала все на себя. Ей очень важно быть нужной и контролировать всех. И она сидит вот так, как паучиха, и при этом у нее невроз, хроническая усталость, да? И человек не понимает, почему он это делает. И он ходит на тренинги, она прорабатывается там, я хочу, хочу. А основную задачу, что компания нужна только для того, чтобы достигать прибыль для учредителя. Да? То есть основная цель компании – это прибыль. Она про прибыль забыла, она строит компанию, она достигает целей, как она сказала, я добиваюсь цели любой ценой, да? А несмотря ни на что. То есть получается, я достигаю цели, несмотря на прибыль. Но так и получилось. Во-первых, поменяй лозунг, во-вторых, убери напряжение с мужчины своего. И бизнес будет выстроен иначе. Поэтому очень важно выстраивать бизнес. Напиши в комментариях, у тебя какие личные цели в построении твоего бизнеса или вообще, ну, смысл жизни.